Добрий вечір. У ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди, у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Юрій Ісаєвич Гранатуров, миколаївський міський голова у 2014-15 роках та співголова Всеукраїнської партії «Наш край». Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Юрий Исаевич, есть несколько, скажем так, животрепещущих вопросов городской жизни, мнение по поводу которых хотелось бы узнать. Один из них – ситуация с городскими маршрутками. Ну, собственно, есть конфликтная ситуация, она уже некоторое время развивается. Маршрутчики ставят вопрос о том, что необходимо поднять стоимость проезда до 8 гривен. Исполнительная городская власть занимает такую позицию, ну, наверное, выжидательную. На последний исполком городской выносился вопрос, проект решения о том, чтобы поднять до 5, но заместитель городского головы Антон Турпалов сказал, что давайте пока не голосовать. Возможно, вопрос будет вынесен на ближайший исполком, следующий на 28 июля. Так, во всяком случае, проанонсировано. Как ваше впечатление, вот, собственно, от этих всех колебаний? Ситуация на самом деле не нова. Уже подобные катаклизмы проходил город Николаев. И не один раз это было и при Владимире Дмитриевиче Чайке два раза. И когда я был городском головой, тоже 3 марта или 4 марта, я уже точно не помню, 15 года, они провели без предупреждения незаконную забастовку, и тогда очень жестко они ставили вопрос, а для того, чтобы часть маршрутов не вышла, тогда криминальными методами действовали некоторые владельцы маршрутов, порезали шины у десятков машин, избили несколько водителей, побили стекла, даже обстреляли один автомобиль. То есть запугали, чтобы была консолидированная у них позиция. Парализовали город, требовали очень высокий тариф. Это все от того, что мы не могли двигаться вперед и не могли найти альтернативу этому транспорту маршрутки, который так вроде бы медленно вползая в нашу жизнь, в которой никогда ранее такого вида как массовой перевозки пассажиров потока не было. Он появился в 90-е годы, развивался, ничего другое не развивалось, не успевало в силу просто финансовой недостаточности. Ее не было. И когда наша команда поняла, что дальше ехать некуда, а это было только после тяжелейшего 2014 года, который мог принести нашей стране страшные последствия, мы поняли, что только альтернатива может навести порядок в этом вопросе. Ничего другого нет. Тогда масса общественников, среди которых был и нынешний городской голова Александр Сенкевич, заявляли, кричали, проводили пикетирование, приходили на различного рода собеседования, требовали решить маршрутов бунтовщиков полностью. Однако не было альтернативы. Городские перевозки некому делать. На этот тариф сюда никто не придет. Не придет сюда никакой инвестор. Никто не купит 200 маршруток и не будет обеспечить качественные перевозки, потому что бизнес сам приспосабливается к рынку, к соответствующим условиям. А условий нет. Если нет условий для того, чтобы появлялась честная, законная прибыль, то бизнес тогда умирает. Он не приходит, он трансформируется. А здесь ситуация была критической. Нам удалось жесткими волевыми методами тогда вернуть все на круги своя. И на следующий день перевозки были полностью возобновлены. Но никто не гарантирован был от того, что это не произойдет снова и снова. Потому что это монополия фактическая, стихийная, это шантаж, которые в любое время недобросовестные предприниматели могут устраивать, и много чего другого. Так просто здесь не получится. Многие приводят в пример другие города, где есть предприятия коммунальные, пастранс и так далее. Везде разные условия,
можем поговорить и об этом. Однако альтернативу в первую очередь должен составлять муниципальный транспорт. И основные маршруты, вот, где качество перевозок будет лучше, должен осуществлять муниципальный транспорт. А муниципальный транспорт это у нас в первую очередь Николаев Электротранс. Трамваи и троллейбусы, которые в принципе по своим маршрутам еще с советского периода вот, треть города покрывают. Да, они не покрывают Корабельный район, не покрывают еще много микрорайонов, но везде, где есть трамвайные рельсы и контактные сети, а также троллейбусные контактные сети, там необходимо качественный подвижный состав, и его должно быть много. Ну, первое преимущество, тут даже школьник начальной школы поймет, первое преимущество муниципального электротранспорта – это никогда не будет никакого шантажа и никаких забастовок. Второе преимущество – это тариф намного ниже, потому что это все подвижный состав большой вместимости. И сразу перевозит до 200, а то и более пассажиров. Третье преимущество – это мы прекрасно понимаем, что у нас огромное количество льготников. 150 примерно тысяч пенсионеров, учащиеся в учебный год, и другие льготники, поэтому у нас в общей сложности где-то 185 тысяч льготников, и на сегодня у них нет альтернативы, и пока нет никакой финансовой адресной помощи, еще не произошла монетизация государственных субсидий, поэтому мы хорошо понимаем, что льготники должны всецело и полностью пользоваться своими льготами. И до недавнего времени они ими пользовались, независимо от того, какой был тариф, но только в городском нашем муниципальном транспорте. И приняли решение пойти по пути Винницы. Мы советовались тогда с недавним мэром Винницы, а сегодня премьер-министром Гройсманом Владимиром Борисовичем. Советовались со многими другими. У нас тогда не было возможности, и нам не дали, хотя мы пытались и искали такие возможности, получить кредит. Обращались и в ЕБРР, и в другие банки, обращались в организации, которые могут помочь оформить нам лизинг. Однако этого не случилось. Поэтому мы купили несколько новых троллейбусов, которые на базе минских троллейбусов изготавливаются у нас. А это не решало проблему. И по опыту Винницы тогда решили приобрести бывшие в эксплуатации трамваи и троллейбусы. Понятно, что никто не будет спорить, что новое всегда лучше, чем уже бывшее в эксплуатации. Однако их приобрели достаточно много, выбрали достаточно приличные. И получилось, что 33 троллейбуса и 12 трамваев чешских появилось на наших маршрутах. Это нам дало возможность добавить еще несколько новых маршрутов, чем разгрузить огромнейший микрорайон Соляные и разгрузить районы, где трамваи практически с советского периода уже не ходили, однако возможности для этого были. И пассажиропоток огромнейший. 1,5 гривны всего был тариф, он до недавнего времени держался, сейчас его немного повысили, но это объективная реальность. Хотя это несоизмеримо с тем, сколько стоят маршрутки, с комфортностью, безопасностью и так далее. Но электротранспорт надо развивать и далее. К сожалению, при таком огромном бюджете можно по-разному поступить. Можно говорить о том, что нечего тратить деньги бюджета на это, но бюджет растет и растет. Можно было пойти по пути такому, по которому мы собирались идти. Можно было дальше продолжать укреплять электротранс при помощи того, чтобы приобретать 4-5 троллейбусов и трамваев ежегодно. И это не было бы болезненно для бюджета. И это бы решило целый ряд проблем. Но по этому пути не пошли ни одной единицы транспорта за весь этот период уже нового состава городского совета и нового городского головы приобретено не было. Но самое главное, надо было создать стратегию транспортных перевозок. Надо отметить, что еще в бытность Владимира Дмитриевича Чайки с его заместителем тогда городского головы, молодым заместителем, Васюковым, разрабатывался вопрос стратегии, изучался пассажиропоток, есть определенные наработки Харьковского института, который этим занимался, за это платились средства, но почему-то это все даже не вспоминается и не поднимается. Ладно, положим,
по каким-то критериям это, может быть, не подходит, хотя я уверен, что нынешние специалисты, которые за это отвечают, в том числе господин Турупалов, вообще об этом ничего сказать не сможет. Вряд ли обращал на это внимание. Хорошо, Юрий Александрович. Так вот, согласен. Закончу. Что дальше? А дальше все очень просто. Вот. Остальные разговоры про муниципальный транспорт, про автобусы, про троллейбусы, про то, что вот мы должны сделать одно, второе, третье, они остаются по сей день разговорами, и смею вас уверить, что требуя беспрерывно качества, выставляя соответствующие требования, заигрываясь с предпринимателями, осуществляющими маршрутные перевозки, вот, придем в тупой угол, который закончится очередным параличом, очередной забастовкой, и можно было бы жестко поступить и, в принципе, практически отрезать, выгнать с этого рынка недобросовестных предпринимателей, вот, если бы было чем заменить. Заменить нечем. Поэтому рассказы про то, что надо сделать полностью как в Виннице, тоже не соответствуют реалиям. Там тоже есть целая масса проблем, которые возникают. Да там в Виннице по трассе есть нюанс. А там проводят конкурсы ежегодно. И все, безусловно, побеждают только одна фирма. Нет, там уже много лет они не проводились. Есть свои проблемы. Каждый город и город один на другой не похож. И условия были разные, и возможности были разные, и политическая ситуация была разная. Поэтому здесь нужно продолжать четко развивать городской и муниципальный транспорт. Больше ничего не будет. Как только альтернатива станет реальной, и как только, если вы будете устраивать нам террор жителей города Николаева, вы просто уйдете с этого рынка, у нас есть чем вас заменить, тут же будет наведен порядок. Хорошо. Ну вот, как бы, ну, во всяком случае, то, что мы слышим от городской власти. Достаточно такие, ну, я не знаю, противоречивые. Не взаимоисключающие, но противоречивые месседжи нам говорят. Ну хорошо, давайте подождем осени, люди приедут из отпусков, с отдыха, все вернутся. Посчитаем пассажиропоток. Потом нам, ну а что, ну так и говорится. Потом нам говорится, слушайте, говорится, вот вы рядовые маршрутчики, вы буквально в рабстве находитесь у автопредприятий. Переходите в город, в Николаев Электротранс, и мы, да, и мы будем ставить вас каким-то образом на маршруты. Я тоже не понимаю, как. Еще тема, которая вот сейчас на слуху привязки, это тема того, что, ну вот же есть кредит ЕБРР. Вот он, мы уже буквально вот работаем. Речь идет о привлечении достаточно серьезных денег европейских. И мы на них купим, ну теперь нам говорят автобусы. Хотя я, например, не понимаю, если у нас не посчитан пассажиропоток, какие автобусы мы будем покупать? И в какие сроки, опять же, это все выльется? То есть вот мы все это слышим, мы понимаем, что вот то, о чем вы говорите, ну, мы понимаем, что вот оно как-то назревает все это. И то, что мы слышим, мы понимаем, что все это никак не решит проблему. И взрыв назревает. Ну, есть такая поговорка. Ну, то есть, что делать? Есть такая поговорка, беда, коль сапоги начнет точать пирожник, а пироги печет сапожник. Дело в том, что уникальные молодые специалисты, прибывшие к нам со всех городов и весей, слава богу, пока что Украины, которые название улиц до сих пор не выучили, владеют целым большим набором красивых месседжей, слоганов и лозунгов. Да, великолепно, говорит заместитель городского головы, который курирует транспорт, и вообще они все неплохо очень говорят. И даже как бы для какого-то митинга на броневике было бы убедительно. Однако, ну, это дилетантизм, вот, абсолютное незнание предмета и нежелание скрупулезно, ежедневно, четко работать. Изучая этот вопрос в деталях и двигаясь по небольшой, но нарастающей, а не скользя с горки в восторге. Поэтому все очень просто. Ну, во-первых,
ждать осени для того, чтобы все приехали с отпусков посчитать пассажиропоток, прекрасно понимая, где у нас сколько промышленных предприятий, в какое примерно время у нас рабочая перевозка, где у нас спальники густо насыщенные, где живут не очень пожилые люди, сколько у нас пенсионеров, как перемещается туда-то, где у нас расположены учебные заведения, учебные центры, и как они сконцентрированы по соседству в одних, других или третьих районах, и так далее, и так далее. Вот, это элементарные критерии, которые хороший институт посчитал бы давным-давно, и на это не надо было бы, наверное, тех невероятных сумм, которые озвучивались полтора года назад, но все осталось только, как обычно, уже мы к этому привыкли, декларациями. Ну, во-вторых, что значит «переходите на электротранс»? Это специализированное предприятие, которое эксплуатирует исключительно городской электрический транспорт и ничего более. Да, такие идеи звучали и раньше, и я даже в какое-то время просил изучить это, мне очень хотелось, мне казалось, что это просто на одни и те же грабли, хотя мы на них не наступили, вот. Но хотя бы пытаться на них наступить тоже не надо, надо же хоть когда-нибудь с кем-нибудь советоваться. Я вот наблюдал недавно все города на Ассоциации городов Украины, к сожалению, нашего городского головы там не было, меня приглашали как многолетнего члена правления. Ну, понимаете, есть преемственность, есть вот какая-то вот идея того, что предыдущий опыт, даже если он негативный, надо использовать, чтобы потом еще раз не попасть и не сделать какую-либо ошибку. Везде это есть, у нас этого нет. Премьер-министр Украины создал совет, да, который состоит из премьер-министров Украины всех лет. Вот буквально на столетие Кабинета министров сейчас. Говорит, председатель областной государственной администрации Алексей Юрьевич Савченко создал совет губернаторов, всех губернаторов, начиная с первых дней независимой Украины. А что создал Александр Федорович Сенкевич? И как он ведет себя по отношению к тем людям, которые долгие-долгие годы, вот, в тяжелейших условиях, которых он... Ну, не имеет и понятия о них не имеет, и никогда не будет иметь. Трудно, конечно, не хочется, чтобы мы вернулись в такое финансовое состояние, но я с ужасом думаю о том, как бы он с этим справлялся, вот в тот период. Поэтому надо же немножко слышать и слушать друг друга. И мне бы было очень приятно, я бы с удовольствием сейчас говорил о тех успехах, которые нынешняя городская власть уже достигла, и которых собирается достичь, и об их правильных действиях, и об их эффективности, если бы это было. Но я горожанин, я всю жизнь посвятил развитию местного самоуправления, в конце концов я лидер всеукраинской партии и депутат, и имею полное право на жесткую критику того, где я считаю, что действия идут неэффективно. Нельзя на электротранс передавать пассажирские маршруты. Электротранс – специализированная организация, живущая в том числе и за счет большого количества государственных субвенций. Это все четко и строго ограничено в этом импровизированном бюджете, который в результате этих государственных субвенций и не очень большой пока что еще хозяйственной деятельности действует. И как только туда придут на это предприятие маршруточники и маршруты, там будет просто кавардак, который закончится полным развалом предприятия. Хотите, создавайте муниципальное предприятие, пусть условно оно называется Николаев Пастранс, пассажирский транспорт. Вот, приобретите хотя бы 50 единиц, пусть небольшой вместимости, средней вместимости, пусть 30 единиц автобусов. На этой базе создайте небольшую альтернативу, покажите водителям и владельцам микроавтобусов, которые сегодня горбатятся на, в кавычках, капиталистов, вот, какие преимущества дает городское коммунальное предприятие, насколько вы здесь будете защищеннее, лучше, где вам не придется никому ничего там подносить, отдавать, где вы будете защищены от очень многих вопросов, где вы получите соцпакет, отпуск, может быть, даже путевку, больничный и так далее. Покажите это все, и люди придут сами. А заниматься популизмом, болтологией, вот, ни к чему не приведет. Увидите, если в ближайшее время не сдвинуться с мертвой точки, мы получим еще одну стачку, которая ни к чему хорошему не приведет. Поэтому я считаю, что дилетантству надо положить конец, надо заняться кадровой политикой Александру Федоровичу. Он как
сержант Павлов защищает своего заместителя, хотя уже звучит это со всех сторон. Но могу сказать только одно. С такими деньгами, которые сегодня есть в городском бюджете, о которых не мог мечтать ни один городской голова, даже Гройсман Владимир Борисович о них мечтать не мог, даже он не ожидал от своих правильных действий такого великолепного экономического эффекта по децентрализации. С такими деньгами я считаю, что это просто саботаж, то, что сейчас происходит. Николаев, Теплокоммунэнерго. Ну, собственно, вот у нас сейчас середина июля, так тепленько, но на самом деле через 2,5 месяца приблизительно нужно запускать котельные. И вот буквально на днях областная администрация говорит нашей городской администрации, что хорошо бы ускорить процесс переподчинения, передачи предприятия. Буквально вчера происходило соответствующее совещание. Слышим, что там руководство Николаева Облтеплоэнерго говорит, что хорошо бы, чтобы город дал нам, говорят они, 50 миллионов гривен до конца года. Сейчас 10 миллионов на зарплаты и до конца года еще 40, чтобы как-то привести сети в порядок. Так или иначе, вопрос придет на сессию Николаевского городского совета. Речь о перераспределении бюджета. Как вам вот, собственно, вся эта история? Ну, эта ситуация не новая. И вообще, иногда новая власть делает все будто впервые. Да, еще с 2006 года идет речь о том, чтобы тогда еще Облтеплокоммунэнерго было передано в городскую коммунальную собственность. Для чего это было нужно? Это было нужно для того, чтобы заняться четко. Город не имел права выделять деньги, и сейчас не имеет по большому счету. И опять это будет выделено в виде городской субвенции на область для того, чтобы передать это Облтеплокоммунэнерго, опять это будет неконтролируемо со стороны города, и опять будет ясно. Я по-другому сказал бы. Но есть городская власть, есть. Есть заместители и целые команды, департаменты, которые отвечают полностью за эту работу, и есть. Создали департамент по энергоэффективности. Создали, а это одна из составляющих основных энергоэффективности. Но в конце концов, когда было принято решение, которое в очередной 122 раз, хотя его можно было и не принимать, оно уже было действующим, его никто не отменял с 2006-2009 года. Вот. Когда было принято решение? Зимой. И что в результате? Август на носу. И до сих пор сейчас область подстегивает город каким-то действием. Каким? Чтобы в октябре, во время пуска тепла, заниматься его передачей. Ну, я скажу, абсолютно нерадивые действия. Давным-давно должно было быть все пересчитано, все состыковано, все проэкспертировано, все проинспектировано, все проаудировано и подготовлено для передачи. Что сессия должна опять городского совета решать? Сессия городского совета дала добро. Вообще это принцип... Я прошу прощения, я не случайно заговорил о сессии, потому что речь идет о перераспределении бюджетных денег. Подожди. Вы же в бюджет не закладывали эти 50 миллионов, либо иную сумму, которую сейчас нужно будет отдать? Это что? Приходит какой-то человек, почему-то на депутатскую комиссию. Вот. Потом приходит заместитель мэра на депутатскую комиссию и сыпет пулеметными очередями поток цифр. Вот нам должно, население должно 70 миллионов, там 20 миллионов, там 30 миллионов, а нам должны за государственные субвенции 40 миллионов, а там 15 миллионов, а там 20 миллионов, а там 30 миллионов. Ни одной бумаги в руках не держит, ни одного расчета, подтверждающего, заверенного печатями, вот, при котором кто-то понесет ответственность за десятки миллионов государственных средств. Мало того, это уже не дилетантизм, это уже я не знаю, как называется. Это же все-таки державные средства, так нельзя. Мало того, вот, а вы, депутаты, там решайте. Вот давайте создадим одну комиссию, давайте создадим 3 комиссии, давайте создадим 4 комиссии, давайте дадим направо, давайте дадим налево. В основном это все обычно звучит в лучшем случае с трибуны. А в обычном случае приходит кто-то из чиновников и начинает сыпать какими-то абсолютно неподтвержденными цифрами. Ладно, бог с ним.
Вот. А что это за задолженность нашего населения, как сказал заместитель городского головы, а за ним городской голова повторяет, не вникая ни во что, как обычно, он же на слово всем верит. А что это за деньги, долги населения? А вот пусть ему кто-то задаст вопрос, а за какой период? С Великой Октябрьской революции? С 95 года? За прошлый год? За какой период? А какова структура этих долгов? Что значит население? Вот. А бюджетная сфера задолженность какую-то имеет, не имеет? А договора реструктуризации какие-то заключались или не заключались? А субвенции какие-то выделялись или не выделялись? А какова была экономика вообще этого предприятия? И чем оно занималось в период того, когда должна была заниматься модернизацией и другими вещами за государственные субвенции, фактически государственные инвестиции? А есть у нас программа развития облтеплоэнерго, которую давно уже наработали, никто ее не хочет взять с полки за Вот. А есть у нас вообще видение того, какие котельные надо закрыть, какие модернизировать, где отказаться вообще от небольших котельных, вот, которые не рентабельны на сегодня и очень длинные у них сети? Нет. Общать очередной раз. Вот, в феврале приняли решение, теперь им поназывали какие-то цифры, теперь эти деньги, безусловно, какие-то выделят, потом будут аллюр Три Креста принимать в коммунальную собственность, стыковать и так далее, а потом начнется огромное количество проблем. Вообще, хочу сказать, что городская власть с такой легкостью на сегодня в лице и городского головы, его замов, относится к деньгам, с какой не относился ни один чиновник в истории. Сколько там надо? Никто не вспомнит о том, что 10 миллионов уже на облтепло отдавали. Отдавали. А можно спросить, кто-то пришел, отчитался, что за них было сделано, где и так далее. Вот. Я понимаю, обязательно, давным-давно надо отдать и передать в коммунальную собственность города облтепло. И сегодня есть возможность ее содержать, модернизировать, оптимизировать, снижать тариф, делать качество отопления достаточно высоким и так далее. Но для этого нужна четкая, целенаправленная работа, а не беспрерывные хлопки в ладошки, вот два прихлопа, предхлопа и выступления по телевизору. Четкая, скрупулезная работа. И хватит перекладывать на депутатов городского совета свои непосредственные обязанности. Что они все время на комиссии что-то отдают? Вот. Да придите вы хоть один раз, примите четкое, взвешенное решение не в пожарном порядке, а планово. Ну когда ж планово? Мы же заняты форумами. А тут как раз актуализировался в очередной раз вопрос возможного досрочного прекращения полномочий городского головы. Сергей Михайлович Исаков, известный общественник, депутат Николаевского городского совета, подготовил соответствующий проект решения сессии. Он там уже движется в установленном процессуальном порядке. И так вот где-то к концу августа может прийти срок его рассмотрения. Что вы думаете по такой инициативе? Обычно, коллеги депутата городского совета. Обычно ведущему не задают вопрос, но если позволите, почему вопрос актуализировался? Он что, с первого дня выигрыша на выборах Сенкевича стоял, а только сейчас актуализировался? Нет, наверное, не с первого дня, но в какой-то момент об этом заговорили активно. Ну, вы хотите, чтобы я это комментировал? Ну, тут-то история следующая. Так или иначе, вам придется голосовать. Этот же вопрос не может что быть. Что значит, придется или не придется голосовать? Ну, за или против, либо воздержаться. Но это же придет на сессию городского совета. Если бы уважаемого, в том числе и вы, как депутат городского совета, если будете бы принимать это решение. Если бы ведущего фамилия была Сенкевич, а не Мехеда, которую вы носите, то я бы услышал, вам там все равно придется голосовать, поэтому сидите и молчите в тряпочку. Я тот самый лучший. Вот-вот. И это, кстати, вот то, о чем вы говорите, один из поводов рассмотреть этот проект решения. Потому что специфические взаимоотношения между представителями исполнительной власти городской и представительской власти, депутатским корпусом, но отношения они... нормальные. Депутатский корпус имеет функцию контроля, контрольных полномочий. Имеет функцию как бы и статус депутата, в котором очень широкие полномочия на целый ряд вопросов согласно закону о местном самоуправлении и закону о статусе депутата местной рады. И в связи с этим нормально работает. И когда я был городским головой, а Сенкевич был общественником, вот, то он с удовольствием приходил на телеэфиры, с удовольствием критиковал действия городской власти, рассказывал о том, как четко он знает, какова программа действий и так далее. Сегодня ситуация поменялась, и сегодня, допустим, я, мои коллеги из партии «Наш край», других наших
политических сил, они используют свой опыт и свои знания для того, чтобы в публичную плоскость перевести свое видение того, как надо развивать город. Это не интриги, это нормальная европейская практика, которая так призывает нас, городской глава. Кто говорит об интригах? Пришел депутат с большим опытом работы, Сергей Михайлович Исаков, уважаемый человек. Подготовил проект решения процессуально, комиссия поддержала, зарегистрирована в установленном порядке, движется. Согласно регламенту. Какие интриги? Это все работа обычно. Закона о местном самоуправлении и регламента. Вот. Если Сергей Михайлович Исаков собрал мотивационную, будем так условно говорить юридическим языком, убедительную документальную базу тех причин, по которым он выносит это решение. Эта вся юридическая база должна быть полностью изучена. Вот надо пройти соответствующие комиссии и так далее. Надо посмотреть на целый ряд вопросов. Есть еще много открытых вопросов. А после этого принимают взвешенное решение. В любом случае, решение это имеет право любой депутат на подобное действие, так же, как и это в Верховной Раде имеет право, там разные регистрируются законы. Вот. И решение это беспрецедентно. Его еще, такого решения еще никогда не принимала Николаевский городской совет. Хотя, повторюсь, опыт подобных решений в Николаевской области есть. Ну, например, в городе Южноукраинске, который неподалеку находится, дважды голосовали подобное решение, досрочно прекращали двух мэров полномочия в недавнее, в принципе, время. И практика такая есть в стране. Есть практика такова, и если я не ошибаюсь, в городе Черновцы. Вот, в свое время такая практика была в городе Житомире. Это уже было буквально там 4-5 лет назад и так далее. Поэтому практика такая существует, она есть. Есть закон, который позволяет те или иные инициативы производить в жизнь. Вот, никто не застрахован ни от чего в этой жизни. Поэтому я отвечу философски. Будет день, будет пища. Последняя сессия Николаевского городского совета отмечена таким резонансным голосованием по вопросу о признании России агрессором. По одному вопросу было вынесено 3 проекта. Возникла даже некая путаница в восприятии. Вот уже, собственно, прошла неделя. И все, мы слышим разъяснение, что же это было. С вашей точки зрения, что это было? У меня есть опыт принятия подобных решений, гораздо более сложное. Для страны время, гораздо более горячую пору, фазу активных военных действий на Востоке, на стороны, фазу того, когда массово погибали наши земляки. Земляки наши. Да, и не только наши земляки, украинские воины, которые выполняли свой воинский долг, и многие из них были добровольцами, в том числе из наших легендарных воинских частей, 79-й аэромобильной бригады. Вот, ставших уже нами родных, вот, очень родных морпехов, многих других, всех не перечислить, их очень много. И я прекрасно помню, как проводилось подобное голосование в 2015 году. Во-первых, зал, я имею в виду депутатский корпус, более 100 общественников, которые пришли на это мероприятие. Зал стоял, а на всех экранах шел видеоряд погибших воинов. И зал, стоя под своеобразный реквием Кача, отдавал дань погибшим за свою родину. После этого было рассмотрено одно решение. Это решение вызвало желание произвести дополнение. И после того, оно было проголосовано, и легитимно проголосовано 47 голосами, но многие депутаты попросили тут же, это очень недолго было по времени, тут же попросили внести соответствующие дополнения по названиям воинских частей, фамилий, там, многим другим требованиям и так далее. Они тут же все были, эти дополнения небольшие, не принципиальные, внесены. И зал получил практически единогласное голосование. Но все это потребовалось 15 минут. Времени. И дальше была рабочая сессия, которая спокойно пошла. Поверьте мне, тот состав депутатского корпуса был посложнее, был попроблемнее, да и время было другое. И почему это произошло? Потому что 2 недели городская власть, я, все мои заместители, депутаты городского совета,
губернатор тогда Вадим Иванович Мериков, я как городской голова Юрий Исаевич Гранатуров, Елена Васильевна Киселев, очень многие другие, работали со всеми своими коллегами, прорабатывали каждое слово решения, текст. И тогда он был актуальным, правильным, нужным. Это решение не влечет за собой экономических каких-то действий, последствий и так далее. Оно консолидирует общество в общей проблеме того, что необходимо на сегодняшний день заявить. Почему депутатам это необходимо заявить? Потому что депутаты городского совета представляют полумиллионное население. Поэтому это люди от нашего населения. Практически как они скажут, так население и отзовется. Ведь именно избиратели отдавали им возможность голосовать так или иначе, а не кто другой. А в этот раз, ну я уже не говорю о том, что надо было хотя бы минуту молчания объявить, не догадались. Мало того, что, как я считаю лично, я считаю это пренебрежением, хамством, если хотите, вот, объявлять сессию на 10 часов, а являться в зал в 11 и делать вид, что ничего не случилось, как это делают те, кто ведут сессию. Это просто возмутительно. Городской голова это делает не первый, не второй раз. Это, ну, не знаю. Если депутаты городского совета все это терпят, это же не значит, что они будут терпеть это долго. Ну и последнее. Я призывал городского голову, чтобы на этом вопросе он сконцентрировался, чтобы он лично внес свое решение, потому что он лидер городской громады, потому что он избран всем населением города Николаева. Поэтому он должен был внести свое решение и вот учесть все те дополнения, формулировки, отработать со своей родной фракцией «Самопомощь», с фракцией БПП, с фракцией «Наш край», с фракцией «Образованного блока», и найти вот решение, которое бы вот учло все дополнения, изменения и было проголосовано. И чтобы оно было четким, чтобы никто там не вилял, чтобы было все понятно и откровенно. Ну, примерно так понятно, как Алексей Юрьевич Савченко заявляет. Он говорит, Россия агрессор, вот, и не стесняется. Я говорил это в 2015 году и не стеснялся этого. Я хотел бы, чтобы это было так, чтобы городской голова это спокойно заявил. Вместо этого что мы услышали? А вот есть три проекта решения. Один проект Танасова Сергея, кстати, депутата городского совета, киборга, героя этой войны, ну, замечательного парня, который абсолютно искренне проинициировал перед Александром Федоровичем Сенкевичем этот вопрос. Но он его проинициировал, чтобы городской голова его вынес. Вот. Вот есть проект Танасова, вот есть проект комиссии, вот есть проект самопомощи, который с ночи до утра появился. Вот 20 дней пусть один провисел, остальные не провисели. Вот направо, вот налево. А где же проект решения городского головы? Я тогда в шутку сказал, никто ли не сомневается в его патриотической позиции. Я просто задаюсь вопросом, а своя позиция у городского головы есть? Ну, я не знаю. Я считаю, что зал чуть было не раскололся. Это недопустимые вещи, это стратегическая ошибка. Я не говорю, что это вредительство или это там специально. Это фривольность. Это не почувствовали всей серьезности этого момента и возникло несколько решений. Это опасная составляющая. И дело тут не в том, каково это решение. Оно ничего за собой не несет в развитии города, в улучшении транспортных проблем, либо в строительстве каких-то социальных объектов. Вот. Это решение, которое осознанно должен был вынести городской голова. Он поступил как человек неопытный, никого никогда не спрашивая, никаких советов. Но это тонкие вещи. Так нельзя. Здесь нужно иметь холодную голову. И надо, чтобы... Это, кстати, тоже рейтинг. А как зал относится к городскому голове? А как зал сессионный в лице 54 депутатов уважает городского голову? Проголосует ли он за его подготовленный проект решения? Вот, проработанный и так далее. Да уверен, проголосовал бы. Наверное, Александр Федорович не был уверен в том, что он сможет убедить депутата городского совета ни вместе, ни по отдельности. Вот поэтому и отдал все это на самопоток. Вот. А этот самотек вот, чуть не привел к очень плохим результатам. И слава богу, хватило ума
например, наша фракция голосовала за все три решения одинаково, только по одной причине. Нам было крайне важно, чтобы оно было принято. А если бы не было вот этих амбиций у каждой фракции, то мы бы нашли и возможность, самые даже, может быть, жесткие формулировки из третьего решения, подготовленного коллегами из самопомощи, вот, внести в общее решение. И надо вот, конструктивный диалог налаживать. И мы к этому призываем с первых дней в депутатском корпусе. Сейчас существует латентное противостояние с городским головой. Но оно в любую секунду перерастет в самое острое. И тогда будет проблема, о которой вы говорили выше. Хорошо, но уже подводя это к разговору, а вообще, вот, собственно, ну, я не знаю, эффективность проведения сессий. Ведь кроме вот обозначенного выше вопроса, выносилось же еще сотни земельных вопросов. Сессия растянулась на два пленарных заседания, и все равно все рассмотрено не было. И теперь мы слышим, что, ну, собственно, проанонсировано 27 июля, собственно, очередная, да, следующая сессия, которая опять возвратится к... Ну, то есть вот, что с этим делать, как с этим жить? А я вам скажу, что с этим делать. Я думаю, что я поработаю с депутатами городского совета, чтобы они, в конце концов, как по закону положено, поступили. То есть каждый со своей работы пусть принесет справку, чтобы городской бюджет оплатил им рабочий день. Так положено по закону. Вот кто работал на глинозерном заводе, там жестко это, строго было. Я прошу прощения, Юрий Исаевич, вы выше достаточно так, ну, иллюстративно показали, как представители исполнительной власти жонглируют десятками миллионов гривен. Не десятками, объясняю. В законе четко указано, что депутат мест городского совета, который выполняет общественную нагрузку, на период исполнения своих депутатских полномочий, а именно посещение сессии комиссии, предоставляет из городского совета справку о том, что он работал там-то и там-то, вот, и городской совет компенсирует в размере заработной платы эти дни депутатов городского совета. Александр Федорович считает, что 54 депутата на работу не ходят. Он в будние дни как бы собирает сессию по своему усмотрению, сколько раз он хочет. Но почему вот это происходит? Через час сессия началась. Потом была длинная дискуссия по поводу того вопроса, который мы обсуждали, связанный с признанием Российской Федерации агрессором. Потом было 2,5 часа перерыва, где Александр Федорович так и не сумел объединить всех в одно решение, и проголосовали все три решения. Вот. Прошло, к сожалению, больше половины дня. Кроме этого, в течение 2 часов обсуждается повестка дня. Вот. Идет пресс-конференция городского головы, депутатов городского совета, вообще лиц, которые не имеют права на сессии выступать и так далее. Естественно, день ушел в песок, вот, как вода в песок. Потом на второй день Александр Федорович устал в силу разных обстоятельств, очень устал. Он устал, он увидел, что депутатов мало, что их всего там 35, но депутаты не могут ходить каждый день на сессию и сидеть там целый день. Они на работу ходят, на свою основную работу, поэтому их было меньше. Вот. Не получались результативные голосования. По прошествии буквально короткого времени Александр Федорович сессию закрыл. Закрыл он ее, потому что он сослался на то, что... Он должен подписать определенные решения сессии, а незакрытая сессия решения он подписывать не может. Может, мало того. До этого он миллион раз проводил по несколько пленарных заседаний и все решения подписывал. И такие аналоги есть. Поэтому я хочу сказать, что городской голова должен начать уважать депутатов городского совета и наконец-то нормально организовать четко работу сессии городского совета. Чтобы они шли конструктивно, оперативно и результативно. Вот. А вот эта ситуация, она только ему не на руку. Каждый раз, если вы обратили внимание, если бы не было вот этих моментов и так далее, мне бы не о чем было сейчас говорить. Поэтому призываю вот, Александра Федоровича перенимать хороший, добрый опыт прошлых лет и проводить сессии четче, оперативнее, и по делу. Юрий Исаевич, городской голова на сессии всего лишь спикер. Он там не командует своими подчиненными. Он выносит подготовленный по регламенту и закону вопрос
И этот вопрос быстро рассматривает сессия, потому что он до этого был рассмотрен во всех профильных комиссиях и на фракциях. Допускать вокруг этого массовое обсуждение и уход в сторону, и выяснение отношений по поводу того, как депутаты, наши коллеги из разных фракций делают, выясняют, когда дорожку на округе им проложат, вот, когда вопрос идет об облтеплоэнерго или еще что-нибудь, это некорректно не со стороны депутатов. Городской голова по закону, и в законе о местном самоуправлении все четко на его счет прописано, вот, следит за порядком в зале и за правильным ведением сессии. Вот будем надеяться, что со временем все улучшится, хотя пока все ухудшается. Юрій Ісайович Гранатуров, миколаївський міський голова у 2014-2015 роках, співголова Всеукраїнської партії «Наш край», депутат Миколаївської міської ради. Був нашим гостем, відповідав наше питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. До бачення.